Сегодня мы отмечаем день рождения Вити в столовой под солнышко. Поляна накрыта. Покажи. В натуре делай обзоры на саун. Надо в каждой серии обзор на что-то. Ты прикинь, просто потом сауны будут тебя звать к себе. Блин, это же ближе ревизора магазина сауна. Что там? Саунозора. Саунозора какая-то. Ну и просто вместо пыли презервативы. Ты находишь, короче. Надо с ультрафиолетом зайти. Ну это просто бассейн. Короче, там наоборот все в этом говне, короче, только одно пятно чистое, это пустое. Разоблачено на ютубе. Жди фуры дизлайк. Я буду ждать. Обзор анимаги. И просто про меня вот ты долбоеб такой. Ну ладно. Я смотрю анимаги. Вот девчонка, короче, собака она постоянно снимает пескоку. Если на подушку постоянно, блядь. И что, я смотрю? Она даже, ну да, и что, нормально смотрит. А, даже когда вот они увиделись, ну там, пиздец, девчонки там, они, не знаю, года три, наверное, они все встретились, и она даже так нахуй перескок снимала. И там же, ну, прикол в том, что как бы сразу онлайн-общение, и она только с этим телефоном, нахуй, они там, привет. Привет. Лайки, спасибо. Какая тупость вообще? Ты не знаешь, что такое перескок? Да знаю я. Это тоже есть. Это какой-то я так и не снимаю. Денджер, вообще, я был в Кызыле, сука. Был, да? Там вообще пи***ц. Трешак, да? Трешак, это мало, это мягко сказано, трешак. Я там вообще жил, блядь. Нам говорили сразу снимать. Я вырос из подъезда в подъезд ездить на такси, нахуй. Да ладно. Там, я тебе говорю, блядь, мы ездили хоккейные, короче, и просто нам говорили, блядь, ребят, это, давайте передвигаться на такси, потому что здесь просто, ну, блядь, чуваков режут, короче, на улице. Я там, блядь, сколько прожил, я там родился, вырос в этом Кызыле. Резал таких, как ты. Резал таких, как ты. Приезжих. Приезжих собака, надо. Все, Марс, пошли, собирайся. Давай. Ну, она не хочет выходить. Я еще на камеру хочу поснимать. Вы что, угораете? Можно? Нет, нельзя, давайте это... Нет. Пожалуйста. Так. Ладно. Марселинки сняли швы. Снимать там запретили. Сказали, чтобы я нахер камеру в глаз встроил. Вот так вот тяжело быть блогером в России. Короче, пришел я к Вите на работу. А он мне рассказывает, что они тут делают, чем занимаются, вот муфт всякие показывают. О, вот это вот здоровая такая. Что она стоит? Как крокодил. Откидные модули кроссовые. Вообще все лак. Да. Ну, как бы. Сука, вообще. Ты что, у меня аж встал. Просто как, блядь, красиво все делается. Что это такое? Это эти маркеры, которые, чтобы трассу найти, потом. А, типа их вешают? Да, укладывают, нет, в землю укладывают, чтобы ты мог потом маркеры искать, там найти, где проходит трасса, их там на поворотах закладывают. Как он ищет? Короче. Чем ищет? Что за маркер? Это маркер, а ну, я понял. Искатель, прибор. Вот она, наша гонка. Сейчас мы устроим. Ты делаешь обзор? Да. Так, что у нас тут есть? Коврики есть. Значок. Значок тут, а почему он, кстати, здесь? Ну, оторвался. Почему? Ты же блогер, ты не можешь спрашивать, почему ты должен шутки шутить? Как бы ты что сделал? Я бы сейчас бы поехал с тобой, взял бы Нису, довез бы до дома, мы бы поднялись бы ко мне, я бы взял ром, начал бы бухать. Игорь бы доехал, забрал меня, и мы поехали в столовку, поели бы. Я, блядь, провел по отличным выходным. Выходные? Нужен 30-летний задрот, который будет сидеть, это все монтировать. Но он должен быть с чувством юмора. Найдись, пожалуйста. Не надо. А чего он не любишь, когда его снимают? Это пока, ты привыкнешь. Да. Я уже привыкаю все снимать. Я камеру заберу. Только попробуй. Не важно.
четкой, которая накладывает. Зачем? Здоровайся с ним, просто, блин, ну хотя бы какой-то прикол. А ты снимаешь, у него пусто. Гуляш и продвинка. Но торт он стоит... Торт дороже. Ну, на 5 рублей. Короче, видимо, рыба такая дорогая. Да, наверное, рыба. Ну, что-то я решил шикануть напоследок. Смотри, типа, как будто я кушаю ам. Видя, только ее, пожалуйста, в суп не надо. Хорошо. Ну ладно, без бокса. Никита, как мне назвать-то блог? Дневники принцесс. Почему? Потому что ты принцесса. Что, опять бес вселился, Марс? Давайте снимем повязку. Повязку можно снять? Да стой ты, блин. Да я сниму ее, дай. Сука, сразу видно, что мы по навигатору едем. Пойми где. Кстати, а на ютубе можно так материться? Мы проехали 6 километров и вернулись туда же. 6 километров, Игорь. Что за фигня? Все вопросы к Яндекс.Разработчику. Не работает уже год там вайка. Как приходится справляться? Так, поехал стричься. Сейчас заеду в одну интересную парикмахерскую, где очень низкие цены. Сами увидите, девчонки стригут хорошо. Так, парикмахерская находится в доме ветеранов. Тут много бабушек, наверное, стригется. Вот она. А собачек тоже стрижете? Нет. Собачек. Подождите на шею. 2 сотки. 2 сотки стоит подстричься, представляете? Это вообще, где такие цены в Новосибирске увидели? Поехали мы, короче, в сауну. Так каждый день делаем. Все украшается к Новому году. Игорь, что тебе не нравится мой бложек? Блин, ну а как мне еще? Я ищу себя.
просто, Никита. Посмотри. Просто рано. У тебя там рана, Витя, у тебя там рана.